Приветствую, дорогие друзья! Вот представляю вам, вашему вниманию, такую колоночку ТВС R311. Вот такая вот небольшая коробочка. Сейчас посмотрим, что внутри. Внутри у нас зарядный шнур. Это microUSB. Колоночка упакована в пакетик. Вот так вот колоночка выглядит. Здесь 4 кнопочки. Перемотка вперед, перемотка назад, пауза, скан, если радио, переключение режимов. Здесь у нас кнопка включения, AUX, зарядка, microSD, microSD карта и USB. Так, вот так вот она включается. Неплохой вариант, очень компактный. Для своей цены достаточно громкий, поэтому вот такая вот отличная колоночка. Всем спасибо за просмотр, до свидания.